цивилизации осьминогов. Моя голова находится в третьем измерении и в четвертом, а мои аватары на концах многих щупалец разбросаны по страницам социальных сетей. Они двухмерны, хотя и звучат иногда. Обладают каким-никаким собственным особым интеллектом, сообразно той социальной сети, в которой они пребывают, и способны к совершению разумных действий в соответствии с задаваемым сетью контекстом и даже свободой. Но основные решения и руководство, конечно же, принимает и осуществляет моя голова и тело в 3D, голова и тело в 4D. Где же моя центральная голова и тело? В каких «Д»? Как быстро фрактальная цивилизация осьминогов поработила и превратила нас в цивилизацию осьминогов.